Почти 8 килограммов наркотиков сегодня сожгли наркополицейские. Все это вещественные доказательства по уголовным делам, в отношении которых вынесен приговор. Наша съемочная группа лично проследила за тем, как уничтожались наркотические вещества. Под охраной автоматчиков из спецназа полиции вредные вещества разгружают из автобуса. Специальная комиссия сотрудников управления госнаркоконтроля Чувашии, специалистов Минздравсоцразвития и природы постановила, что очередную партию наркотиков необходимо уничтожить. В этих пакетах, конвертах и коробках не только сами наркотические средства, но и предметы, с помощью которых их изготавливали и употребляли. Уничтожение произведено за последний период, это порядка 4 месяцев по поступившим приговорам. Уничтожено более 1,5 килограмма наркотического средства гашиш, около 2 килограмма марихуаны, в той же цифре около 2 килограмма маковой соломы. Сжигают вещдоки на предприятии «Экология». Оно специализируется на уничтожении опасных отходов 1 и 4 классов в специальной термической установке. Выделяющийся газ проходит очистку в циклоне и скрубере. Поэтому сжигание наркотиков в таких печах является технологически эффективным и экологически чистым способом уничтожения вещдоков. Нельзя говорить так, больше или меньше. Дело в том, что практика, которая складывается последние 3-4 года, свидетельствует о том, что меняется вид потребляемого вещества, способы сбыта. Мы все чаще сталкиваемся с наркотическими средствами синтетического происхождения в виде солей, курительных смесей, сбыт которых осуществляется бесконтактным способом. Общий вес уничтоженных наркотиков порядка 8 килограммов. Таким образом, сожжено более 100 предметов, исполнено более 60 приговоров. По этим приговорам осуждены более 90 человек, которые были связаны с незаконным оборотом указанных наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Татьяна Молокова, Антон Вовк, Республика.